Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Пионы – это красивые, пышные и довольно неприхотливые цветы. Но даже самому нетребовательному цветку нужен правильный и регулярный уход. Уход за пионами осенью и подготовка их к зиме включает такие мероприятия, как удобрение, обрезка и укрытие цветка. Мало кто знает, что пионы осенью лучше всего подкормить банановой мукой. Банановая мука – это измельченные сушеные корочки от бананов. Шкурку от 2-3 бананов измельчают и рассыпают вокруг ствола пиона осенью. Так подкармливала пионы еще моя прабабушка, когда не было в продаже удобрений. Кожура от банана – это много калия, который необходим абсолютно всем цветам, а в особенности пионам осенью. Вдобавок шкурка, как и мякоть, помимо аминокислот и антиоксидантов, содержит много витаминов, поддерживающих здоровье и развитие растений, устойчивость к вредителям, болезням, а также в небольшом количестве содержит фосфор, необходимый для правильного развития корневой системы и будущего цветения. Если нет сушеных корочек, то можно мелко нарезать сырые и прикопать у ствола куста. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!